чтобы Эйфелева башня упала. Это очень реалистично. Во многих фильмах там. Победа! Так. Буба. Сэндман. Ну нормально, повалили. Дымище вообще офигеть сколько. Только с чего дым? Песок, наверное, поднялся. Пыль. Он заговорил? Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Похоже, у Макарова появились друзья. Через 6 часов у него назначена встреча с главными советниками. Место гостиницы «Люстик» в центре Праги, рядом со старой площадью. Туда направили группы первого уровня. Правда, я боюсь, они не успеют. Но вы-то рядом? Очень. Я дам знать, когда закончу с этим. Макаров устраивает совещание посреди зоны военных действий. То, что нужно. Самоуверенность ведет к беспечности. Мы войдем с двух сторон. Соуп, вы с Юрием направляетесь к церкви и обеспечите наблюдение. Город перекрыт со всех сторон. Нам нужен черный ход. Оставьте это мне. Куда сигарета улетела? Правильно, харе курить. Постойте. Они уже взяли пленных. Движутся быстро. Мы должны быть быстрее. Движемся тихо, парни. Укрываемся заложками. А я б там еще посидел, пивка попил. Так, ладно. Тихая операция нам сейчас, как видите, у нас назначено. Над нами пленные, я так понимаю. Что-то они прям русских вообще плохих прям реально сделали. Ну неужели мы такие, а? Не идем, а плывем. Правильно, ребятки? Правильно, конечно. А мы за Фроста играем, я так понимаю, да? Или за Юрия, за какого-то там. Я вроде за Фроста пока. Ну, наши напарники Прайс и Соуп. Они всегда с нами. Так, ну это наши. Комаров! Комаров. Кто? Вот так вот. Сейчас. Богдан. Премисл. Че это за имена вообще? Бредиш. Бедриш. Мирик. Какой-то санный. Чё? Патрик Селдеткен. Ладно, погнали. А если я сейчас пальну? Да, согласен. Давай снимем их. Они не разделяются. Сперва сними снайперов. Иначе они поднимут тревогу. Хорошо, теперь второй. Все, ну и ее хозяин оберу на себя.
Да сжечь их он в костер. Да я иду. Как только я застрял. Давай, раз, два, три. Красавчик. Дедшир? Ну его можно снять. Так. Давай. Ребятишка, давай. Ну, пипец. Не высовывайся, их слишком много. Быстрее. Ложись. Дверку-то закрыть. Надо притвориться дохлым. Соп нормальный, красавчик. Циферку 3 можно нажать. А, вот. Сейчас. Хм, нормально. Прикольно, слышишь. Держись рядом. Спокойной ночи. Я держусь. Не стрелять, значит. Разведчик на крыше, сними-ка его. Уходи. Вовремя ты, старина. Одного ты уделал, но нас четверо, а их здесь толпы. Не беспокойся, я привел друзей. Да блин, веревку отруби, разом тут всех придавит. Ух ты. А нахрена вверх-то стрелять? А, ну это типа знак. Да ёб, не тот. А это же классно придумано. С прицелом с таким. Так, только я что-то попасть могу. Ладно, ничего, проживем. По русским стреляем. Да ёб... Бляха ты, муха, я хотел... А, я хотел отбросить назад. Там была кнопочка, нажмите G или среднее колесо мыши. На СКМ, я все-таки понял, что это. Вообще, долбим по ним просто.
Вон исход. С глушителем нормально вроде пока. Прорываемся. Голову. Так, ну это далековато. Ну, поближе есть тут. Где? Где бронетехника? О! Вот. Куда? Куда, ёпта, раз это? Вон туда надо. Иду! Ну я здесь что-то. Что-то зависло. Ой, Грена. Подожди. Антон Степанек. Степанек имена. Это гражданский, да? Ну ладно. Не стрелять по гражданским. Вышел так посмотреть, как будто, мол, что там происходит. Ну, а, мне идти туда? Да я иду нормально, что там. Типа я успел зайти в ту дверь, которую закрыли, да? О, нормально, даже отдачи нет. Патрон нормальный. Ну ладно, погнали. Это гражданские, да? Да, нормально, молодцы. Я в укрытии-то как раз таки. Прорываемся, да? Прорываемся. Стреляем по всему, что движется. Естественно, кроме своих ребяточек. О, все, да побежали. Что это было? Это скриптовано или нет? Всех разом раскидало. Погоди, перезарядить надо. Картины падают. Это же картина упала, когда мы тихо двигались. Да стекло, чё за бред? Чё, сзади обойдем их? Хорошо. Ой, кто побежал? Ого! Дай мне тоже такую же мощную гранату. На оглушающего. Просто зажимаем, я даже не вижу, в кого я стреляю. И вообще, в кого-нибудь ли я попадаю. Ты в кого-нибудь попадаешь, Соу? Надеюсь, попадаешь.